Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 49 лет, я из Москвы. В декабре я упала, был гололед, и я очень ушибла левую руку и левое плечо. До сих пор боли в руке и плече не прошли. Меня это очень сильно беспокоит. В бытовой жизни мне очень трудно, потому что, ну, допустим, мою посуду, не могу поставить на верхнюю полку чашку. Доктор, посоветуйте мне, пожалуйста, что мне делать, чтобы боль поскорее прошла.